саженцы сирени венгерской нужно высаживать на достаточно освещенные участки, которые защищены от ветра. Кустарник неприхотлив, ему не нужны удобрения и обильный полив. Но при этом заболоченный участок, который затапливается весной и осенью, ему не подходит. Зацветают саженцы сирени венгерской ярко-лиловыми цветочками, которые собраны в пирамидальные соцветия. Листочки кустарника могут быть от 6 до 12 сантиметров. Крупномер сирени венгерской разрастается очень быстро и за год может увеличиться в высоту и в ширину на 40 сантиметров. Максимальная высота и ширина взрослого кустарника – 4 метра. Сирень венгерская – это кустарники высотой 350 сантиметров, диаметром 300 сантиметров. Цветет растение в месяц май, июнь. Аромат у цветов слабый, окраска цветка лилово-фиолетовая. Лист растения по форме широко эллиптический. Весной листва по цвету зеленая, летом листва зеленая, осенью листва желтая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.